Еще. Ты что, нам через 10 минут выходить? Ну-ка, вставай! Вставай, вставай, вставай быстро! Мам, ну пожалуйста, можно сегодня не пойду? Ну если я один день прогуляю, ничего страшного не произойдет. Произойдет! Еще как произойдет! Короче, если ты через 10 минут не выходишь, бужу отца. А в школу ты пойдешь в любом случае. Всех мамы как мамы. А у меня в коем-то веке захотела контрольную прогулять. Ну и фиг с тобой. Хотя... Слава богу, не прошло и полгода. Поехали. Хорошо. А куда ты собралась в таком виде? Как куда? В школу на уроки. Ты ж сама меня будила. Что? Что в школу в таком виде? Да никогда! И даже не думать! Ес!